Я не очень люблю MMORPG, но хочу порекомендовать игру, которая меня порадовала. Dragon Tank Online. Здесь ты сам определяешь свой путь. Хочешь? Забей на квесты и сражайся с реальными противниками. Несмотря на крутую графику, Dragon Tank доступна прямо в браузере. Реализовано это отлично. Советую убедиться самим. Ссылка под видео. Кликай, и через 30 секунд ты станешь частью захватывающей истории. И всем привет, с вами Мистик Лагер, мы продолжаем непонятно, что записываешь. И тут есть кнопки. А ты проиграл. Эй, ты проиграл. Я нажал на кнопку, она нас куда-то кинула. Нет, гонки. Ты проиграл. Мистик Лагер, Мистик. Ох, нифига себе, моя лошадочка. Ох, нифига себе, сейчас наярю вообще по самой балу, я вставлю по самую лошадку. Я тебя умоляю, ты вот это не смеши меня хотя бы, дверьки открыли. Эй. Нифига себе. Я выиграл. Серьезно? Да. Эй! Кто-то выиграл! Там что-то большое нас ждет, кстати, сверху. Если честно, я думал, это будет маленькая малобюджетная карта, как это было в начале, но что-то тут. Знаешь, бюджет, по-моему, все увеличивается, увеличивается. Тинти! Я надеюсь, ты там не остановился. Я лечу! У меня что-то с рукой лагерь. Я лечу. А мне показалось. Я реально лечу. Пропишите спаунпоинт. Мне лень делать командный блок на спаун. Глянь, наглый. Ну ладно. Ну ладно, как скажешь. Сумму. Потом паркур на низ. Лагерь, иди сюда. У нас сейчас будет сумму. Поинт. Ты готов? Я написал спаунпоинт. Та-та-та-та. Подожди, стой, стик, подожди, стой, я не прочитал до конца. Что тут делать надо? Стиками драться? Это сумо, да, это сумо. Ты просто более жирный, чем я. Да, сколько ты весишь, чувак? Так, подожди, написано сумо, потом паркур. Тише. Потом паркур на низ. Нам, короче, теперь слышно уже паркур вниз. Прохождение паркура... Крис, если надоело, прыгайте вниз. Нам нужно пройти паркур и получить приз. Ну, допустим. А вот он поставил командный блок, говорит, лень ему ставить. Но это пустой командный блок. Ну, там надо было всего строчки две написать, одну строчку. Лагерь, а тут, оказывается, нету никакого приза. Ну так, голубая шерсть. Ну и там чуть ТНТ, но тоже не важно. Я упал! Смертник! Ой, а тут вода, кстати, по-моему. Я там тебе стрелу вниз запустил. По-моему, я быстрее стрелы был. Так, я спустился, и тут есть кнопка! Что она нажала? Наверх? Не-не-не-не-не, спасибо. Меня настолько нехило вставило, что пока я летел, я успел этот... Я застрял. Думаешь? А зачем нам наверх, я не понял. И, кстати, эта кнопка наверх не работает! Допустим, что нам дальше здесь делать? Давай, короче, поженимся, заведем детей. Смотри, оп. Эй. Тише. Эй! Come on! Я надеюсь, нам сюда. Кстати, а может нам нужно было на самый верх подняться? Ну нет, по-моему, тут какой-то туннель. Нифига себе, ты у меня толстый сзади почему-то. У меня просто монитор растянутый какой-то, у меня чуть-чуть пухленький, знаешь. Блин! Немного не получилось. Это что? Это, что, серьезно? Это thank you. Конец. Вы шутите? Thank you. Хотите больше карт от меня? Ну, можно. Спасибо за прохождение. Какая оценка? Лагерь, какая оценка? Оценку гони! Гардери оценку! Оп. Я тебе в голову выстрелил. Я не знаю, что тут можно начать. Я себе в голову выстрелил. Не нажимай на ту кнопку, лагерь. Почему? Она тпшкает на спаун. Я убил двух человек. А что ты должен делать? А мы, короче, получается, в твоей голове... Стоп, мы не сказали оценку. Оценка. Если судить по пятибалльной шкале, то где-то 3,5 или 4. Нет, давай по 10-бальной. По 10-бальной 7. Потому что, ну, карта была длинная.
немного недоделанная. И что, что тут делать? Я хочу наверх подняться, слушай, это ж фигня. По-моему, нам нужно как-то просто нас поджечь, или что? Что? Почему мы стоим друг на друге? Я себя там убил. В нас даже нету TNT, ты понимаешь? Было бы 8, если бы... Всё, оценка снижена. Ничего не знает, оценка снижена вообще. Ему должно быть стыдно. А там еще есть другая сторона, подожди. Другая сторона, Тинти. Да, слушай, я тебе отвечу, я так нехило вставляет вот эта фигня. Какая? Вот когда ты вот летишь с этой фигни, типа между палочек этих досочек, она так нехило так вставляет, вообще дико нереально, так вообще, типа, да. Я не пойму, что здесь делать, тут даже у меня чубика нет. Я не пойму немного, почему здесь 4 меня и ни одного тебя, а нет. В смысле, там 2 меня, 2 тебя? Я понял. Я тебя сейчас ударю. Котяк вышел. А что-то я высоко. Тут водичка есть? Я тебе в подбородок дал. Я надеюсь, я в воду попаду. Окей, я понял. Бери TNT. Нам не дали TNT, точнее, нам не построили их заранее, так что мы это сделаем сами. Я тебе в бороду настрелял. Да? Тебе борода не чешется. А слаболагер весь вот этот спуск заполнит TNT. Да, и вообще изи, смотри, короче, пишешь такой slash game mode. Ой, по-русски пишется почему-то. Пишешь такой slash game mode. Но ты весь его все равно никак не запомнишь. Ты можешь сделать так, чтобы он весь взорвался, но именно чтобы он полностью изнутри был из динамита. Стой, тихо, изи. Там, это короче, даже для тебя сложно. Там, короче, даже команду просто написать и надо. И такое видео идет 4 часа, лагерь строит. Нет, там, да? Же команду пишешь одну и типа изи. Какую? Вообще. Там топором надо указывать, но тут не установлен. Только мод. Тут такого мода нет. Тут не установлен такой мод, и ты... Что за х... Матерь божья! Да чё? Матерь божья! Почему мы не смотрели наверх? Почему я хочу это этот... Да... А, ну я понял тебя. I wanna see you cry, bitch. Оно взрывается, лагерь. Ну разве что самую малость. Там пара, пара штучек. Что-то как-то... Чуть-чуть. Весь TNT я тебе не спрятал. Но... Это, знаешь, такое ощущение, что мой склад, это... Я с каждой карты просто собирал TNT, прятал тебе его здесь, и ты его наконец нашел. У меня один FPS, я даже не знаю, записывает меня или нет. А у меня 47. Ну если вот меня записывает, то поставьте лайки, может. Не знаю, поможет отлагать. Тебе голову оторвало, чувак. Чего? Тебе голову оторвало. У тебя в голове был командный блок. Все зависло. У тебя в голове был командный блок. Господи. Я тебе сочувствую. Рили сочувствую, у тебя в голове командный блок, там и кто-то управляет. Это перебор. Я тебя даже не вижу. А я вижу тебя. Охренеть. Чувак, тут такой фейерверк в честь меня, я такой типа, ой, ну перестань, ой, ну прекрати, и он такой, ой, ну ладно, продолжай. Только что-то я выпил центре события, где ты, я хочу на тебя посмотреть, где твоя ужасная морда? Да, у тебя тут подбородки ничего не осталось. Я отлетел от динамита, и у меня меньше стало лагать. Все, перестал лагать, какие? А я внутри динамита. Ой, красивый фейерверкичек. Слушай, а чё нас не до конца рассыпало? От меня только на... О, нет, от меня даже ноги не осталось. От тебя часть ноги, коленочка маленькая. От меня даже рука осталась частично. Почему у меня розовое что-то здесь? Почему у тебя в голове командный блок, чувак? А? Смотри, где я стою? Где у тебя сейчас стою? Это мой мозг, что ли? Да, это твой мозг, чувак. А почему у меня один на два тела? А чё у тебя там написано ТП, ты... Ну ладно. В общем, ладно, всем спасибо за просмотр этого видео. Я надеюсь, вам понравился этот сумочечный. Мега эпичный взрыв, Марио! Всего сорвало. Так что оцените этот взрыв по шкале эпичности. И смотря сколько будет лайков, настолько эпичный был взрыв. У вас одна оценка. Самый эпичный взрыв, так что ставьте много лайков. Если вдруг впервые, то можете подписаться на канал. С вами были Мистик и Лагерь. Всем удачи, до новых встреч. Пока. Первая серия.